Здравствуйте, мы с вами на стадио Олимпико в Риме. Бурлит стадион, надеюсь, за ним будет слышно. Посмотрим на состав Лацио. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Нам показывают состав команды гостей. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Здравствуйте, мы с вами на стадио Олимпико в Риме. Бурлит стадион, надеюсь, за ним будет слышно. Посмотрим на состав Лацио. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Нам показывают состав команды гостей. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Здравствуйте, мы с вами на стадио Олимпико в Риме. Бурлит стадион, надеюсь, за ним будет слышно. Посмотрим на состав Лацио. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Нам показывают состав команды гостей. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Здравствуйте, мы с вами на стадио Олимпико в Риме. Бурлит стадион, надеюсь, за ним будет слышно. Алло, вратарь, соберись! Еще чуть-чуть, гол мог быть. Рикардо Родригес. Хорошо, может атака пойти дальше, есть на кого сыграть. Чиро Иммобиле. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Порол. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Может получиться интересная атака.